Добрейшего, дорогие товарищи. Сегодня мы поиграем в Mullet Mad Jack демку. Мне ее посоветовал один мой товарищ, и выглядит, как будто это будет что-то вроде бумер-шутера с ништяками. Так что давайте поиграем. О боже мой. О, ретро, ретро. Вы классика жанра. Тоже нравится из разряда этих видосиков. Окей. Да, все, фиолетовая кровь. Да не. Да. Better bitrate. Непонятно. Так, слон. Давайте попробуем, как она есть, все. Вибрация. Нет у меня геймпада. Раскладка. Перезарядить, бросить. Shift, Tab. VS. Ну, классика, классика, классика. Рывок. А где рывок? Ага, вторая. Я даже не знаю, мне этот UI нравится или нет. Ладно, все. Давайте, понеслась, ничего там. Ага. Интересно смотреть на эти мультики, анимешные такие, или Акиры. То есть катана, дробовик. Но эту девушку я уже видел, или это не девушка, непонятно. Поехали. Так, легкая, средняя, высокая, да. Что это за хрень? А, хитро. Давайте. Sir, initializing our live stream show. Looking for a protagonist. Tracking. He sounds like a strong siren type. Сэр, I'm going to call in. Strong silent type. You entered the Peace Corps Justice app, the number one moderator streaming app. You will enter live stream shortly. Today's prize? These amazing sneakers. Today's mission? To rescue the influencer princess from the robot scum. She's got 2 billion followers, you know. And
The first moderator to rescue her on livestream wins the prize! We'll triangulate her location. Right now, she's... right in front of you! Watch out! Отлично. Ого, FPS. Тут японского не хватало, чтобы... Валярда подписчиков. Консюм, потребляй. Понятно. Ой, что за хрень? Ай. Газировка, ага. Ага, я полностью излечился. Watching you save our princess. Okay. We're putting the audience's love into your bloodstream. Your blood feels the sweet, sweet flavor of those likes. Oh, second that. You now have 10 seconds of life. For every kill, the audience will give you more time to live. Very красно. For the audience not killing anything, they will let you die after 10 seconds. Ready? Go moderate these damn robots. Your body remains are property of Peace Corporation. Sorry. Ready, go. Да-да-да, я понял. Hey, moderator, it's official. We are now on. We're putting the audience's love. Your blood feels the sweet, sweet. You now have 10 seconds of life. But if you bore the audience, not killing anything. Да-да-да-да-да-да-да-да, я понял, понял, понял. Давай дальше. Да, я пропустил бота. Ну ладно. Oh, hold on. Our princess is near. Tracking. You have 10 floors to reach our princess. Прекрасно. But if you die, you come back to all these floors. You read the terms and services of our app, right? Ну, мне нравится. Такой. Here goes the first floor. Good luck. Да. И вы тоже, товарищи. Лайки, подписки. Вам приятно, а мне полезно. Вон, я выживаю. You have 10 seconds. Destroy these damn robots. Бля. Harvesting your death data to improve our weapon ads. Хорошая фигня какая-то. Nice.
Хорошо. Дробовик, рикошет. Мне пока что... Какая-то бешеная хрень. Давайте УЗИ. Такая рогалик, что ли, получается? Проходим, не задерживаемся. Так. Огненный меч. Your body remains are property of Peace Corporation. Sorry. Peace Corp wishes you a good day.
Поехали. Били. Да нет, нормально. Так, кто там? А, тут... Ладно. Было забавно. Обращайтесь. Ай, блин. Ладно. Поехали. Давайте сделаем у нас Ghost Runner. Происходит. Слышишь, махаешь катаной. Давайте с катанкой.
Ну что у нас самое? Пам-пам-пам-пам-пам-пам. Давайте медленные пули. Блин. Куда? Окей. Сделаем у нас мясистые. Что с катаной они очень сильно Mm-hmm.
Локация как-то бесполезна. Еще не будет босс скоро. Поехали. Интересно. Окей. You're harvesting your death data to improve our weapon ads. Понятно, что ни хрена не понятно. Вот, блин, а? Получается, заново нужно. Кешки. Огненный меч. Не, не хочу пока что. Подручными средствами.
сказать, здесь нечего делать. Бежим просто. А ёкарный бабай. Да-да. Пам-пам-пам. Так, что-то да. Катана была более... Быстро рогалик, зараза, а? Да, пам-пам-пам-пам. Thank you.
best preparation for tomorrow is doing your best today. Mm-hmm. Peace Corp wishes you a good day. Ну давайте еще быстрее. Блин, это лишние предметы, конечно. What are you buying? Да, slow-mo, последние 3 секунды жизни. Это интересно, кстати говоря. Блин. Ладно, я хочу до конца дойти, а потом буду поворачиваться. Интересно, давайте. Нет времени объяснять, поехали дальше. Аллигейтор. Да, непонятно, почему дробовикашники не реагируют на пинок. Лишние предметы. Угу.
Пошли с дробовиком побегаем. Ну да, дробовик в малых пространствах это, конечно, сила. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. А, я понял, что это. Подожди, пистолет не был, да. Наган. Сейчас будет босс, походу. Ух, ладно. Миллиардеров стало 3700, что-то там. А что это, звездочки непонятные были? Прикольно. Run, moderator, run! Too late!
чё? Magician. О, прикольно. Интересно. То есть это не только один. Ты мой босс, yes. Да-да, блин. А, это только первая часть, прикольно. Чё там? Прикольно. You have 10 seconds. Destroy these damn robots. See you later. Ready, go. Ah, the jet. Давайте. Два ствола. Окейшки, поехали дальше. Давайте. Мужицкий дождь. Аллилуйя, мужик. Thank you.
Peace Corp wishes you a good day. Ready? Та-та-та-та-дам. Поехали. Видос, да, не говори. Ну давайте вот эту. Было быстро, окей. Так. Ух, поехали. Peace Corp wishes you a good day. Ready? Go! Oh, hold on! Our princess is near! They're having some type of interference! Nada. Такой думовский антураж. Yeah. 3207. Chains of Goldar. Что это такое? Глаз. Для сканирования, я так понимаю. Playing our alpha build. What do you think? This game
blows your mind, then here's what you should do. Wishlist Mullet Mad Jack right now. Прикольно. Ну что я могу сказать? Мне понравилось. Пистолет, конечно, отстойный. Тут все такое, не знаю, даже УЗИК отстойно. Тут скорее вот дробовик и катана пока что мне показались теми оружиями, которые рулят. Либо тебе нужно очень сильно быстро реагировать. Шотганом просто несешься и стреляешь, он достаточно большой разброс. Как бы. А с двумя секундами тебе даже не думаешь о том, что вот есть там кто-то, остался позади, не остался, просто бежишь до самого конца. Потому что тут же не цель убить всех, тут убить робота, это просто добавить некоторое время. И, собственно, лишь конец уровня дает тебе какой-то бонус, там, допустим, против босса. Вот. В остальном, в некоторых местах, конечно, немножко негладко движение, но в целом, как бы, не то чтобы это чувствовалось большой проблемой. Вот. Что еще сказать по этому поводу? Мне дико нравится эта старая анимешная анимация, которую нам показывают. И вот тут ВХСница такая ретро-вейвовская, в общем, очень стильненько, как бы выдержано все в стиле, все в хорошем понимании, там такой рогалик получается, классно. Вот, и я, наверное, даже за вишлистью. Не то чтобы, я даже не знаю, хочу, ну, буду ли я играть в этом, но, по крайней мере, я послежу за этой игрой, как, что с ней будет дальше. Вот. Ну, в остальном вы видели сами. Такая очень бодрая, динамическая, рогулитовая игра. Вот, или рогаликовая. Напишите в комментариях, как вы понимаете, рогалик и роуглайт. Вот, и, в общем-то, наверное, на этом все. Чё там долго размусоливать. Лайки, подписки, вам приятно, мне полезно. Обязательно заходите в описание, там ссылки на кооператив дружбы и Common Russian Fleet. Вот, и увидимся в этой, ну ладно, наверное, не в этой сейчас, хотя, нет, наверное, все-таки не в этой, по крайней мере, какое-то время. Короче, увидимся в какой-нибудь игре. Всем пока!